Сегодня у нас 28 апреля, и сегодня Пасха, да, мамулечка? Поздоровайся с людьми. Здравствуйте, дорогие люди. Здравствуйте, дорогие люди. Мамулечка в кадре. Кушает блинчик. Первый блинком называется. Вот. Она печет блинчики. Сегодня же Пасха. Вот. Тут у нас мука. Вчера некогда было. Тут у нас мука. Тут что, мам, кисель, что ли? Кисель варить буду. Кисель еще. А врачом не работаю, потому что должности такой. Там без работы. Там без работы. Тут что, не получилось? Порвала моя. Ну ничего. А тут у нас кастрюлька для собачки. Для нашего крузятинки. Собачки-собачатинки. Наш Крузика любит покушать, да? Кстати, смотрите, какая у нас погода. У нас зима пришла, снег. Мокрый-мокрый снег. Кошмар какой-то, да, мама? Зима все злится, злится. Ну, конечно. Через два дня, 1 мая, у нас вот снег. Кошмар какой-то. Кошмар. Лето хочется, лето. А еще, смотрите, что я делала сегодня ночью. Занималась покраской. В общем, я красила вот такую коробочку. Вот этой вот губкой. Ой. И вот такой вот, типа, рисунок, эффект получился с такими кружочками. Ну, для меня это не критично. В общем, я буду эти коробки обклеивать. Это будет такая, типа, поделка в садик на 9 мая, вот эта коробочка. А вот это вот Тёма будет дарить бабушке на день рождения. Типа, шадоубокс будем делать. Вот. Ну, это я буду в основном делать. Тёма будет так. Я потом, когда это все сделаю, обязательно все покажу, что у меня вышло. Так, и еще у меня коробка. Сейчас покажу вам. Вот такая вот. Я тоже ее покрасила. Вот видите. Была она у меня вот такая. Обклеила я ее вот такой штучкой. Если кому интересно, что это. Это вот такая вот утеплитель. Называется Изолон. В общем, я вот эту вот тепленькую, толстенькую штучку отсоединила вот от этой и обклеила. Вот. Мне еще нужно будет вот эту вот часть обклеить и вот эти боковушечки. А, ну и еще, естественно, сзади вот эту вот стенку. Тут я пыталась обоями обклеить, но, в общем, мне не понравилось. Тут тоже все доклеить, приклеить надо будет. И я хочу в этой коробочке хранить какие-нибудь свои штучки для скраббукинга. Она очень классная, это как, знаете, как чемоданчик. Не знаю, прикольно. Кстати, малярным скотчем тут все заклеивала. Так, это баночка, она мне тоже для чего не пригодится, я ее не выкинула. Так, это тоже. Тут клей ПВА. А вот на него, кстати, я попробую эту штуку клеить. А эту я клеила на клей солид титан. Вот, тут, в общем, всякие ненужные штуки лежат. Ой, тоже нужно этим всем заниматься, потому что от этого всего происходит бардак. Ну вот, такие вот дела. Алина у меня проснулась, коробку видео играет. Да, да, Тюра. Ах, ты вот так вот бегаешь, да? Села в уголочек. Конец месяца апреля, и вот такая вот тут зима у нас пришла. Снег валит, валит. Лужи такие.
так вот зима никак не уйдет от нас. Еще щипай. Еще сильнее, сильнее щипай. Вот так вот сильнее. Занос щипай. Занос щипай. Щипай, бабу говорю. Не хочет она больше щипать. Алина, бабу поцелуй. Бабу поцелуй скорее. Поцелуй бабу Валю. А ручками обними. Нет. Дрались, дрались мы с тобой. Ну, помирились с тобой. А мы с тобой помирились? Вот сколько у нас снега. 28 апреля 2019 год. Ой, капец какой-то. Как много. Пасха называется. Алина. Тёма домой вернулся. Да, Тёмыш? Ты домой приехал? Сына, помаши всем привет, привет скажи. Всем привет. Даже не смотрит. Привет. Привет скажи, дочь. Тоже машет. Вот такие вот кроссовочки. И вот их нужно будет завтра отнести в садик. Потому что Тёма 1 мая побежит. В них. Мама! Я, конечно, не знаю. Мама! Как они побегут, нет? Иди ко мне, Алина, иди ко мне. Потому что у нас нет звуков. Не знаю, как они побегут. Кстати, смотрите, какой бардак Алина наделала. Кто это наделал, Алина? Кто это сделал? Дядя. Дядя? Это Алина набардачила? Да, да, Алина, конечно, Алина.